конце ноября в Ледовом дворце «Армада» состоялся ставший традиционным турнир «Преодоление». Он проводится ежегодно в честь дня рождения детской слэдж-хоккейной команды «Умка». В гости к ребятам приехали давние друзья команды «Тропик» из Тулы, «Крылья Советов» и «Спартак». Почетные гости турнира представители областного дивизиона компании МТС вручили двум игрокам «Умки» новые сани для слэдж-хоккея, необходимые для совершенствования спортивных навыков. Юные слэдж-хоккеисты провели в этот день 3 ледовых сражения и получили массу положительных эмоций. Первенство в этом турнире, согласно концепции его проведения, не определяется.